Братишки и сестришки, привет! В этом видео мы рассмотрим деформер обертка или шрингврэп в английской версии. Данный деформер позволяет проецировать один объект на поверхность другого. Таким образом, в некоторых ситуациях рассматриваемый деформер отлично подходит для ретопологии. Для применения кидаем деформер под объектом к деформируемому объекту и в поле объект цели кидаем тот объект, форму которого нужно повторить. И все, деформер успешно сработал. У нас есть три режима работы данного деформера. Вдоль нормалии – это режим, когда точки проецируемого объекта располагаются вдоль нормалии целевого объекта. Ось цели. В этом режиме лучи проекции исходят из начала координат целевого объекта. Для демонстрации этого факта переведем сферу в mesh, сделаем ее невидимой и переместим ее координаты, наблюдая, как при этом изменяется топология проецируемого объекта. Ось источника – это то же самое, что и предыдущий режим, только проецирующие лучи исходят из координат проецируемого объекта. Интенсивность – это сила воздействия деформера на объект. Максимальная дистанция – это максимальное расстояние между деформируемым объектом и объектом, по которому деформация происходит. Если оба объекта находятся в этом радиусе, то деформер сработает. Если расстояние между объектами больше, то не сработает. Все, короче, пока!